Мало войск ввели. Надо было сразу всех разбомбить и окончательно приговорить их, нацистов. Никто, наверное, даже не знал, что столько мы воюем уже не с Украиной, это уже спецоперация, а это вообще 36 стран. Это же такого отродясь в мире не было во всем с начала этого сложения нашего мира. Поэтому принять решение сразу, наверное, невозможно по всем опросам. Я думаю, что все скоро закончится. Мы не только одни, и Господь Бог с нами, понимаете? Потому что Россия, она непобедима. Мне кажется, все оправдано. Все, что не делается, все так должно быть. Значит, так должно быть. Перспектива у нас она одна. У нас вариантов нет. Мы должны победить, у нас других вариантов нет. Не нам решать это. Все видим, генерал там. И я сел ночь, слушаю Путина там. Он так правильно рассказывает, все правильно говорит. А что-то там далеко страны по-нашему не думают, по-нашему, короче говоря. Я немножко даже боюсь. Переживают свою страну. Хочу, конечно же, поскорее, чтобы это все закончилось. И чтобы мы все жили мирно. Если было бы быстрее, может быть, было бы больше жертв. Ну, поэтому, зная, общаясь с военными людьми, они говорят о том, что все маневры принимаются строго с расчетами. Конечно, немножко долго. То есть народ уже, конечно, устал. Ну, а так хочет, чтобы все это завершилось. Хотелось бы, чтобы перешло просто в другие стадии, какие-то там переговоров ли, чтобы, ну, конечно, чтобы капитуляция была, кого надо. Да, конечно, Россия победит. Я уверен на 100%.